Сейчас начнется бой между громоболтами и железными девами, в котором решится, что есть на обед. Цыпленка или рыбу. Надеюсь, вы проголодались? Слушайте, глупцы. Капитан Сейди отсутствует. У нас на одного игрока меньше. Поправлю вас, сэр, на двух. Болта тоже нет. Нет Болта? Болта нет. Я его выгнал. Верно. В отсутствие этого неудачника вы сборище лунных отбросов можете и выиграть. Но где же Сейди? А вот и звонок на обед. Ладно, громоболты, соберите свои жалкие шмотки и сделайте этих железяк. Какое жалкое зрелище. Стив, где Сейди? Мне нужен ее задор и побыстрее. Я еще разок посмотрю в раздевалке. Блип, что ты здесь делаешь? Тренер, как мы можем выиграть эту игру? Не сможете без Сейди. Пока ее нет, я временно назначаю тебя капитаном команды. Проваливай! Спасибо, сэр! И я капитан команды. Надо собраться перед тем, как мы... Как мы проиграем. Железные девы первыми открывают счет в этой мясо-рыбной игре. Забавной игре, над которой многим из вас не дают посмеяться ваши расшатанные вставные зубы. Ставьте себе качественные зубы корпорации Длуп и вгрызайтесь в пищу. Пока все тихо. Ясно? Лок. Ну ничего. Ребята, блокируйте их, чтобы я мог забить. И еще одно очко у железных дев. Игра идет без нарушений. Лок, мы боремся? Подумайте о силиконовых цыплятах корпорации Длуп. Это деликатес. Теперь с дополнительной скидкой. Налетай! Блип! Гридайрон! Болт! Тигр Джексон! Сейди! Доктор Блад, Дигор. Болт и Блип. Возвышение Блада. Посмотрите на это! Громоболтов сегодня поджаривают. Этого стоило ожидать. Мы слабо начали, но мы можем справиться. Мы здорово играем, парни. Да, тяжелые времена проходят. Стив, дозвони Сейди, быстрей. Хорошо, посмотрим. Меня нет дома. Простите, что не могу ответить на звонок. Оставьте сообщение, и я вам перезвоню. Ребята, нам нужен план. Какой у тебя план? Какой у тебя? Что мы должны победить? Все очень просто.
Вы двое блокируете, а я бросаю цыпленка в горшок. Понятно? Вовсе нет. Но я за! Приступим! Алло? Алло? Как дела, приятель? Вулф! Я немного занят. Так занят, что не можешь зайти домой к старому другу Болту и поболтать? Конечно, нет. Сейчас буду. Блип. Стив, найди, где прячется Сейди, или ты пожалеешь, что родился на свет. Меня нет дома, простите, что не могу ответить на звонок. Оставьте сообщение, и я перезвоню. Я знал, что это недоразумение. Ясное дело, вот и мой Болт. Такие хорошие друзья, как мы, могут уладить любую... проблему? Я беда! Дружище, я рад, что ты смог зайти. Болт, что с Ябедой? Не переживай. Твой глупый любимец крепко спит, и уже давно. Я только что нашел этого красавца. Доктор Блад его просто обыскался. Черный ящик? Он тебе так нужен? Такому неудачнику, как я, ты это хочешь сказать? Нет, не это. А что с твоими туфлями и кепкой? Тебе нравится? Это моя новая форма. Я стал самим собой. Ты об этом не знал, потому что настоящий Болт просто дикарь. Нажми на кнопку, кровопийца. Вот о чем я говорил. Вдарь мне, брат. Классные парни. Правда смешно? Болт, что с тобой? Я пришел в себя вот что. Теперь я со своими настоящими друзьями. Да, парни? Ответ положительный. Хотя я и не ожидал, что ты поймешь. Болт! Не пытайся это вернуть. План доктора Блада должен пройти как по маслу. Осталось сделать еще только одно. Отметить успех коварной затеи? Нет, осталась одна мелочь. Уничтожить бывшего лучшего друга. Пью музыку! Подожди, выключи! Нет ничего пострашнее. Ладно, парни, сделайте его ржавым. Подожди, ты не можешь этого сделать. Это сделаю не я, а мои друзья. Кровопийцы тебе не друзья. Они никому не друзья. Невежливое заявление. Клеветническое высказывание. Они не считают меня неудачником. Сколько раз мне извиняться, Болт? Это надо прекратить. Надо положить этому конец. Нет, это только начало. Выключи музыку. Мне надоело, что меня все шпыняют. Я не только схемы и сервоприводы. Хотя я не уверен. Я не видел свою схему, но уверен, в ней есть много важного. У меня новые друзья, новый облик, детка. Пока, Блип. Прекрати прочь, Ябеда! Ты портишь мой новый облик. Убери его от меня, сделайте что-нибудь! Он царапает мою краску. Он укусил меня прямо за гидравлику. Она даст течь. Ябеда! Прекрасно. Ты мог уйти, но теперь я тебя замурую. Боже, он пропал. Его провода серьезно запутались. Я тебя слышу. Я не придурок. Может, слегка переборщил снарядом. Ты спортивно выглядишь. Я так и знал. Кепи мне идет. Железные девы зарабатывают еще одно очко. Громоболты на грани краха. Ребята, именно в такие моменты я люблю освежиться бутылочкой Длубкол из чистейшей промышленной смазки. А теперь еще и с радикальными добавками. Это новинка. Прости, приятель. Без обид?
Да, электроаксессуары корпорации Блуп украсят любую вечеринку и встречу. Я беды! Кажется, они не включены. Спорю, что смогу использовать твой чип, чтобы перепрограммировать этих ябед. Я использую на благо эти бомбы доктора Блада. Не знаю, что ты там делаешь, но что бы это ни было, это не сработает. Армия доктора Блада до тебя доберется. Нет, если я смогу этому помешать. Я сделаю все, чтобы его остановить. Между прочим, твоя маленькая подружка Сейди у нас, это точно. Что? О, нет. Сейди? Я должен ей как-то помочь. Ну все, Болт. До этих пор мне было жаль тебя. Но теперь это касается лично меня. Чтобы спасти Сейди от доктора Блада, нам понадобится помощь. Одному мне этого не сделать. Мне нужна помощь. Точно, шлепликаунсы! Веди меня, старина. Осторожно. Не так быстро, ябеда. Не так быстро. Смотрите все. Это Блип. Привет. Смотрите. Тебе уже давно пора быть здесь. Где черный ящик? Им все в порядке? И да, и нет. Ты о чем? Он у Болта, который несет его доктору Бладу. Нет, ребята, по-моему, это плохая новость. Хуже того, доктор Блад захватил Сейди. Это тоже плохая новость. Скажи, паренек, на чьей ты все-таки стороне? Теперь мало что может остановить доктора Блада. У его гигантского робота будут развязаны руки. Я не буду ждать. Я должен спасти Сейди. Остановите его! Думаешь, ты сможешь пойти и спасти Сейди? Именно этого ждет от тебя доктор Блад. Отпустите меня! Это ловушка, Блип, чтобы заманить тебя туда. Кроме того, кто знает, что ты еще натворишь. Но... Сейди достаточно разумная, она сможет сама о себе позаботиться. Подождем следующего хода доктора Блада. Тогда и нанесем удар. Хорошо, ребята, я останусь с вами. Говоря о гайках, смесь гаек корпорации Блуп – лучший деликатес в любое время. Хотите посмеяться? Фальшивые змеи! Во второй половине игры железные девы продолжают забавляться с громоболтами. Это просто болваны! Стив, где Сейди? Попробую позвонить ей по мобильному. Меня нет дома. Простите, что не могу ответить на звонок. Оставьте сообщение, и я перезвоню. Куда подевался Блип? Где Блип? Блип? Пропал? Предлагаю его уничтожить и немедленно. Побыстрее. Как драматично. Эти громоболты ни на что не годное сборище хлама. В играх нет никакого смысла. Очень скоро они станут никому не нужны. Город роботов попадет под мой контроль. Город роботов станет и моим. Хватит! Да, сэр. Я, кажется, уронил панель логики. Даром это вам не пройдет. Еще как пройдет, уже прошло. Мне нужен всего лишь черный ящик. Доктор Блад! Доктор Блад, получите то, что вы заказывали. Потрясающе, прекрасно.
Что это за туфли и кеды? Выражаю свой вызывающий нрав. Теперь все на месте. Пора? Я говорю, пора, хозяин? Да, теперь пора. Начнем трансформацию. Болт, поторопись. Прочь с дороги, бирюзга! Идет плохой парень! Супер-преобразователь уничтожит моих верных кровопийц. Как видишь, преобразователь становится все больше и сильнее. Но он и развивается, превращаясь в самого разрушительного робота всех времен. Почему было не создать его огромным сразу? Зачем такие трудности? Скармливать ему кровопийц? Довольно глупо. В ее словах есть смысл. Прекратим эту глупую лунную игру. Но она еще не закончена. Они еще играют. В этом тоже есть смысл. Битва рыбы или цыпленок в самом разгаре. Все эмоции выплеснулись на поле. Заклепки. Моя страховка не покроет расходы. Плохие новости, сэр. У нас больше нет игроков. Скажи мне, что это наш запасной игрок. Смотрите, кто здесь? Неудачник Болт. Это Болт. Не может быть. Я же его выгнал. Выгнал пинками. Ты сказал Болт? Это невозможно. Болт неудачник. Этого просто не может быть. Стив, скажи, что это не так. Леди и джентльмены, за куполом появился какой-то гигантский злобный робот. Все, что может сообщить ваш диктор, это то, что этот металлический монстр пришел разрушить лунный город. Мы все в невероятной опасности. Советую всем паниковать! Хочу напомнить, что этот момент конца света представлен вам глуп-колой, удаляющей самую разрушительную жажду. Не могу в это поверить. Ты прав. Никогда не думал, что глуп-кола будет спонсировать конец вселенной. Болт. Как он может участвовать в этом зловещем плане? Доктор Блад вкрутил ему мозги, и твой друг довольно глуп. Игра закончена. Настает новый чудесный день. Мой день. День доктора Блада. Ну, чего ты ждешь? Кто? Я? А, ты гигантский робот, которого я создал для этой цели. Ты губишь момент торжества моего зла. Простите, доктор Блад. Ты
Сейчас я этим займусь. Он застрял на задней передаче. Понял, понял. Что-то не так. Контакты? Сейчас. Граждане лунного города, паникуйте, пожалуйста, достойным образом. Этого не может быть. Болт в этой штуковине? Нет, 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 не может быть. Болт, надо забрать белье из стирки. Тренер, что с вами? Прошу вас, держитесь. Так, понял. Парень, я не работаю из-под палки. Здравствуй, лунный город. Сколько лет? Позвольте еще раз представиться. Я доктор Блад, ваш новый полновластный хозяин. Режиссеры Питер Лепиниотис, Том Дикон. Автор сценария Томас Харт. Композитор Филипп Джей Беннет. Исполнительные продюсеры Хонг Ким, Дэниел Вук.